Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и сегодня мы играем за Таню, в стиле Кобуджутсу, естественно, потому что это самый такой нормальный стиль, потому что в этом стиле Таня очень жестко прессит. Вот давайте попробуем, я вам продемонстрирую. Оп, оп. Противник не понимает, что делать. А противник-то у нас Кейна Снейк, головорез. В общем-то, было видно, как я его прессирую жестко, да? И что мы делаем? Понизу бьем. А потом раз, и вот так. То есть, очень хитрая, на самом деле, Таня в этом стиле. Ну, конечно, зонинг у нее не на первом месте в Кобуджутсу. Но на первом-то месте именно... умение жестко прессить. Так. Видите, как получается-то? И довольно безопасно. Что самое... Так. И противник не понимает вообще, что делать. Если я сейчас попробую сделать ему захватик... и зажать вверх, то у меня получится сделать бруталку. Стоит ли мне заморачиваться, я даже не знаю. А она, кстати, захват-то делает на очень приличном расстоянии. Я так понимаю, что противник не хочет мне давать это сделать. Вперед, вниз, вниз, назад, вниз. Вместо этого сделаем вот такой вот фаталити. Вот, насчет захвата хотел сказать вам, что захват у Тани делается на довольно приличном расстоянии. Гораздо дальше, чем это выглядит со стороны. У него руки длиннее, чем кажутся. Следующий противник Panzer Division Viking, почему-то Viking через W написано, на Скорпионе Адское Пламя. Окей, давайте попробуем. Оп, немножечко не дотянулся. Будут ли телепорты? Да, конечно, будут. И пошел от меня прессинг. О, вырвался. Я думал по-другому сделать. В следующий раз я, пожалуй, сделаю, знаете как? Захват. Вот так сделаю. Потому что очень быстро. Так, этот телепорт мы ожидали, и зонинг пошел. Вот. Очень легко это дело решается. А, кстати, я вам наврал. Скорпион-то не адское пламя, скорпион-то ниндзюцу. Да. Окей. Ждем, ждем, что противник сделает. Оу. Очень, конечно, быстрая Таня. А, я понял. Это не работает на него. Окей. Видите, как неудобно, неудобно против Тани играть. Очень неудобно. Телепорт, пожалуйста. Ага. Я понял. X-Ray решил. Вверх держим. И делаем вот такое вот замечательное, быстрое и простое бруталити. Продолжаем играть. Снова попадается Скорпион под ником Enigma 3-6. Однако, этот Скорпион уже действительно... Тихо, тихо. Адское пламя. То есть тут я вам, конечно, не... Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Дружище, не лагать. Не лагать, дружище, не надо. Спокойно. Успокоился. Телепорт, пожалуйста, сделай. Вот, правильно. Ой-ой-ой, не, ну, дружище, ну... С такой связью кашу не сваришь. Давай это, подтягивай свой коннект. Сейчас телепорт будет точно. Ой, ой, отмена, смотри, как мы что творим. Что ты будешь делать? О, неплохо. А, телепорт, еще телепорт. X-Ray, X... Вот, ой, сбил, да ладно. Да, ребята, Танька очень жесткая. Очень жесткий персонаж, даже X-Ray сбивает. Телепорт, пожалуйста. И что? И, наверное, зонинг. Пошла фаталка. Раз, раз, раз. Вот так. Да. Танька персонаж очень хитрый.
очень хитрый, безопасный и, самое главное, несложная она в исполнении. Понимаете? Настало время сыграть против Эрмака. Зовут его Шторм X07, но стиль-то непривычный. Смотрите, стиль призрака. Так. Первый раз я дерусь против такого стиля. И мне, я так понимаю, что мне будет его просто никак не догнать, да? Интересно. Давайте посмотрим, сможет ли он меня... Ой-ой-ой. Так. Ой, как сейчас ему жестко-то... Ой-ой-ой, жестко. Тихо. Ну, в принципе, сейчас мне остается только его маленечко зазонить. Это интересно, оказывается или нет? Крест! Лови крест! А, я не успел телепорт сделать. А я знаю, он хотел. Говорят, что призрачный Эрмак, он не так-то и плох на самом деле. Ой-ой, привет. О, я понял, наказание. Ой, сейчас жестко-то ему будет. Жестко, это жестко, это жестко, ребята. Таня старая, в старом патче. Это жестокая жесть, на самом деле. Никому не пожелаю с такой встретиться в сети. Что, опять он меня зонить будет, да? Ну, видите, какая ситуация-то? У меня для зонинга очень много интересного, понимаете? Есть, у меня есть напрыгивание с телепортом, да? С помощью него я могу сокращать дистанцию между мной и врагом. Милина под ником Ксандр. Где-то я этого чувака уже видел. Так. А, судя по всему, на мой этот прессинг он не отзывается, да? Так, а как? О, то есть он вот так вот... Он ждет меня, что ли, или что? Ать. Слушайте, я не понимаю его тактику, если честно. А понизу, если? Какая-то непонятная прям у него тактика. Слушайте, я прям, ну, не понимаю. Он меня, видимо... Видимо, недооценивать, если думаешь, что одними... Окей, дружище. Я не буду тогда делать одно и то же. Окей, сейчас мы тебя... Сейчас мы тебя из блока-то выкурим. Все нормально будет. Но хитрый попался, что поделать. Бывают такие парни. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Это может быть опасно, ребята. Это уже может быть опасно. Но два блока у него ведь. Окей. О! Попался парень, минус блок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Здравствуйте. Прыгни на меня, пожалуйста. Ай-яй-яй, все равно напоролся на эту тему. Ну, что ты будешь делать? Ну, давай, чего-нибудь тоже. Ой, wake up. Неприятно, неприятно. Неприятно. А, пропустил. И захватик еще. Теперь давай, wake up. Ай, wake up-то, это же этот был. Надо вставать. Опа, вот ты, братан, и просчитался, потому что этого телепорта я ждал. Ждал, потому что телепорт этот был выполнен, скорее всего, уже на нервах. А нервы... Ну, в нервах я разбираюсь. Ну и давайте, пожалуй, сделаем матч-реванш с Ксандром. Это сегодня самый такой интересный противник, как мне кажется.
Так. Видите, блочит он очень замечательно, все блочит. Но очень много в блоке стоит. То есть это, наверное, его, может быть, минус. Может быть, это плюс, конечно, я не знаю. Я тоже люблю играть от защиты. Но это уже, ребят, перебор, на самом деле. Видите, очень много этих... очень много апперкотов. Сейчас будет вейкап, да? Да, вот он, вейкап, я его уже ждал. Ну, потому что, ну, так нельзя очень. Так. О-о-о, слушайте, он сейчас сломается. У него просто жизни не хватит, чтобы мой прессинг выдерживать. А ведь это самая, ну, коронная тема в этом стиле Тани. Так что, что будем делать? Окей. Так, так. Вот, вот и выкапчик подъехал. Окей, давай. Тыкаемся. Я же так тоже умею делать. Мне главное сохранить экз для бурталочки. Было бы неплохо. Опа, прикольно, да? Здравствуйте. Захватик. Может быть, получится сделать? Давай, напрыгни на меня тогда и как-нибудь... Нет, не получилось. Может, даже я и проиграю... О, даже проиграю, наверное, слушайте. Нет, я даже бруталити сделал на вейкапе. Мне очень сильно повезло. Ну что же, всем ребятам спасибо за игру, а вам за просмотр. Если было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Ну а в комментариях, как обычно, голосуйте, за кого же я буду играть в следующем выпуске онлайн-боев. На этом все, всем пока.